На улице он был. Это что такое? Он куда полетел? Это нормально? И прежде чем начну это видео, хочу попросить разработчиков, обратите внимание на читеров. Ведь мы знаем много примеров, где игра перестает пользоваться популярностью из-за появления читеров. А вас, дорогие зрители, я попрошу оставить комментарий, что вы думаете по этому поводу, подписаться на канал и поставить лайк. А с вами четырехпалый Фрикаделич. Поехали! Чуешь, чем пахнет? Ананасами? В доме. А, он меня видит, прикинь! Я с это, я не вылазил, он мне в окна стреляет. И смотрит меня. Не, это не реал вообще, нам. Ну, выснись, сука, сейчас я в лоб, блядь, прилеплю. Они меня чекают, он мне в окна стреляет, прикинь. Я стою за стеной. Да-да-да. Так и ВХ-шка тоже, чё, он видит, где мы. Да, ВХ им. Блин, почему его не банит? А, меня нокнул, прикинь. Я спрятался, он... Ну, Дэн сам понимает, что я не подниму, да? Не, ты чё? А, так это вон с чата эти два дебила, наверное, которые писали нам. Вон он меня пасёт. Да не, навряд ли это они. Дал ему. Наш еще едет. Спрыгнул! А ты меня убил, что ли? Да я в тебя. Он и этого завалил, нахуй. А он читак, походу, пацаны. Он его поднимает, поднимает. Где? Так я, ты смотри, меня нету, нахуй. Где он его поднимает-то? Да на лестнице, поднимай Серегу. Он еще поднимает, поднимает его. Блять, все на. А ты его поднимай, не кидай. Бежи. А, сзади. Ну, значит, читак. Это читак, читак, Василий Зайцев. Пацан полутаться сел. Там а то было время полутаться. Время пришло лутануться надо. Смотри, он даже первую каску не берет. Да. Походу они разные тиммейты. Почему? Ну он. Ну почему-то я думаю, что они друг друга не знают. А, Ник, смотри, у них трое в тиме было. Не-не, в тиме. В одной команде. Я в него не попал, прикиньте. Жалко. На улице он был. Это что такое? Он куда полетел? Это что такое? Это нормально? Это что такое было нам? Это что-то он... Я просто вышел, я не вижу, что там. Зайди на стрим, сейчас как раз будет показываться. Интересно, почему он не берет шлем? Если он знает, что чувак... Да, как он видит, что там? Он его видел оттуда, с того кемпа X6 на крыше он был. Он здесь. Сколько он времени здесь... не ушел? Да, он сидит до сих пор там, чувак. Он опять каска. Опять не взял ее. Да. Вон он носит. Космолет. Че он делает? Идет пока к окну. К окну. Угу. Пойду, говорит,
Плохо, плохо, что-то я пойду к окну. Похеру вообще, а кто-то что не стреляет по ним, да? Да, тоже непонятно. Вообще, у него броник есть хоть? А, броник есть, да, второй. Смотри, не стреляет, без оружия похер перебегает вообще. Я не взял. А у него калаш на зажим, да, был? Вот опять каска. Чувак. Ой, ну. Это с отдачей. Просто трех, прикинь, двух. Видал? Да, да, да. А им ну стоим. Он там видит, видишь? О. Мне кажется, куда он там? Куда вот он там целит вообще? Он сквозь текстуру видит, видишь, кто где находится. О. 100% читак. Да. Ни хера он провел так-то это, просто калашом. Да, как линию начертил, но. Вот нас так же сбрил. Он знал, видишь, что смотри. Раз на. Минус. Сколько там их? Двое, трое? Так он уже 15 человек выстрелил. 15, но. Скачу, ржух. Ржух. Смотри, у него даже прицел не дергается. Да. Все, трое осталось. Двоих он завалил, считай. Вон еще один идет. Рух. Все. Ну это чисто. О, сука, говно. Смотри, он даже не боится, бро. Полы убирает тут. Двое осталось. Но он знает, потому что где люди сидят, они, видишь. О. Вот стрельнул. Это стрелял он сейчас. Да. Бегает просто, вообще никого не боится. Ну, он знает, что он не в доме. Он опять стрелял. И этого не добирает. Вот я бы бегал здесь, я бы его 3 раза убил уже. Видишь, с угла целит. На краю зоны встал. У них без шансов просто. Чисто если тебя не вырубят его в голову. Знает, видишь, уже где. Да. Сколько говно. Пять, а я ж завалил его с... заднего. Смотри, хоп. Один из зоны сдох. Чепуха еще сейчас проиграет нам. Все. Сколько у него? Ой, я что-то не посмотрел. 16 или 17 врагов. Пацанам помогает на мафию. Про упер. На дальнем ангаре. Не понял, откуда? Я ебал, это читак. Откуда? Ниоткуда, блядь, читер ебучий. Ля, точно на.
В дыму меня просто развалил. Надо валить с этой горы. Да. С горы валить надо, парни. Прыгай с этого. С этим подлю. Я выпрыгнул и пол хп осталось. Скорее поджиматься. Угу. Сейчас я бустанусь фул. Про левых не забывай тоже переплыть. Да он сдох, Зоня. Ты с горы ебашь? Читак, да, херачит. Это читак, это читак херачит. Нокнул его. Прямо на тебя первый стул. На дерево прям перед тобой. Блять, я не вижу. Откуда читак ебашит, блядь? Я его реально не вижу. Он ебашит, блядь, по мне. Без задачи. Я не вижу даже, откуда стреляют. Слышу примерно, но там его нихуя не видно. Звуки хуй пойми какие, блядь. Возле дерева, возле рогатки такого дерева стоит. За деревом. Вижу, да, увидел все. Угу, вижу его. Слева, слева входит это. Я не понимаю, он под харты что ли, блядь? Он по мне ебашил. Теперь справа, он, блядь, как-то летает, блядь. Их двое долбоёбов. Возможно. Я вижу, вижу, все. Слева. Даун, типа. Кота завалил. Лево, жёлтый. Лево, лево, тип на горе. Слева у тебя тут он с хитом ебало дал. У тебя слева на горе. Я бегу к тебе, подожди. Где смог, там тип нокнутый. Да, завали, да. Ей надо идут. Все нахер, всех развалили нам. И читаков, нормально. Минус читак, а он у меня на стриме орёт, я вас там всех порежу.